Здоров, подписата. Сегодня у нас один раз в неделю обжор. Обжор. Так как мы на диете, кто не знает. Сегодня у нас на обжор будет вот такая курочка. Сам пожарил ее с картофанчиком. Сам пожарил ее. Почему вредный обжор? Потому что канцероген сегодня мы будем есть. Обычно я его не ем, но сегодня будем есть, потому что я его сам жарил. Ну погнали, что базарить. Вкусняшка. Из загрузочного оборудования вот это у нас будет, как всегда, капусточка, ну и зелень с луком. Самая вкусняшка здесь, ребят, картофанчик. В маслице в этом. Не хватает хлебушка, но хлеб мы не едим, ребят, до Нового года. Мы на диете. Даже раз в неделю. Ни сахара, ни хлеба. В духовочке. Пропекла. Вес 113. Странно. Не замачивал даже в мазике. Очень мягкая. Просто обсыпал специями, положил, убрал в духовку.
Мне кажется, курицу вообще все любят, да? Собачка. Вот такая красотулька. В соке от курицы пеклась. Вот именно не зажаренная, а такая нежненькая. Прям как и курица. Давайте белое мясо. Хотя кетчуп нельзя, в нем сахар, но раз в неделю можно. Это не дым, это пар, да? Тоже не сухая. Вкусняшка. Помочим в жире. Жиром вкуснее. Оно и так вкусно. Не поверите, я, наверное, лет 5 не жарил ее. Не знаю, как 5, но 3 это 100%. Сейчас 20-й, ну да, в 17-м году, с 17-го года точно не жарил. Не знаю, почему. Блять, там жарить час ее всего. Вообще без проблем. Не понимаю. Именно в духовке не жарил. Жаром не было у меня там отдельно. А в духовке именно не заморачивался. Хотя как раз в духовке вообще даже не мешать ничего не надо. Поставил температуру, она сама. Так, я белое мясо не очень, я хочу. Я хочу ножку. Канцероген хочу.
Ну, все равно. Это сейчас без камеры обглодаю. Всем пока. Всем добра. До встречи через неделю, ребят.